Хирург-ортопед и два врача-гериатра, специалисты Российского геронтологического научно-клинического центра имени Пирогова, провели прием жителей Одинцовского округа в местном медцентре. В июле этого года Одинцовская администрация объявила грант о улучшении жизненного населения и социальной сфере. И наша организация «Союз пенсионеров Подмосковья» приняла участие как раз в этом направлении. Мы выиграли этот грант. Он был в размере 100 тысяч рублей. Для получения гранта можно обратиться в администрацию округа, где квалифицированные специалисты проконсультируют по всем сопутствующим вопросам. Мы ждем всех желающих, всех, кто желает зарегистрироваться как некоммерческая организация. Мы подскажем, как это сделать. Мы в этом поддержим, поможем. Те, кто уже зарегистрированы, там, да, они опять же могут к нам обратиться в наш отдел за поддержкой. То есть мы проговорим все, что требуется для реализации подобных мероприятий. Врач-гериатр – это терапевт, невролог, кардиолог, онколог и эндокринолог в одном лице. Бывает так, что приходит пациент на прием, у него неплохое давление, хороший сахар крови, холестерин. И, в принципе, как и многие там терапевты, неврологи скажут, что у пациента все хорошо. Но на самом деле у пациента есть масса других проблем. У него снижена память, он плохо спит, у него есть некоторые боли в суставах, он еле передвигается, у него боли там в ноге. И мы, естественно, акцентируем внимание именно на том, что улучшит именно качество жизни. Подобная практика в городе проходит впервые. Обследование рассчитано на категорию людей от 55 лет. Мы являемся врачебной комиссией, которая приехала в ваш город для обследования пациентов, отбора возможного на госпитализацию в наш центр. Для более точных рекомендаций и постановки диагноза пациентам необходимо принести на прием уже готовые результаты анализов. Если обследуемому рекомендовано стационарное недельное обследование или лечение, регистратор назначит ему дату госпитализации. Также возможно направление на проведение операции. Все по полису ОМС с оформлением по квоте центра. Сейчас была уже ортопеда. Мне дали направление в Институт Пирогова на госпитализацию. Там мне оформят квоту на бесплатную операцию на коленном суставе. Вы представляете, это просто я мечтала об этом давно. Ну, очередь в течение полугода, года. Подобная практика обследований специалистами центра успешно проходит в других областях Подмосковья уже в течение 5 лет. Все пациенты отмечают высокий профессионализм, доброжелательные отношения и прекрасные условия проживания и питания в центре имени Пирогова. Ольга Дмитриева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».